Мы постоянно держим вас в курсе хода ремонта на главной пешеходной улице Твери, Трехсвязки. И представители власти, и самое главное, горожане с удовлетворением отмечают, что сейчас работы там идут намного быстрее, чем в прошлом году. Между тем, аналогичное благоустройство прошло несколько лет назад и на соседнем бульваре Радищева, где была обустроена небольшая городская рекреационная зона в самом центре Твери с лавочками под тенью деревьев. Благодаря обилию скамеек, бульвар имени русского писателя Александра Радищева, бывавшего, кстати, в наших краях, стал любимым местом проведения досуга тверичан. Однако в последнее время примерно четвертая часть бульвара перестала быть удобной точкой для отдыха, буквально опустев. А все потому, что на отрезке от Студенческого переулка до улицы Дементьева пропали все скамейки и урны. На запрос нашего медиахолдинга в горадминистрации дали разъяснение, что их увезли на ремонт. Вернуть обратно эти малые архитектурные формы обещают до конца июня. Так что, как говорится, будет праздник и на этой улице, но придется подождать как минимум полтора месяца.